Врачи городского клинического центра в Чебоксарах присоединились к акции «Оставайся дома». Это призыв максимально ограничить контакты и выходы в общественные места, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. Тем самым не увеличивать нагрузку на медперсонал, которому сейчас и так нелегко. На сегодняшний день под медицинским наблюдением в Чувашии 270 человек. Подтвержден один случай коронавирусной инфекции.